Всем добрый вечер. Una rosa, due più. Мы зашли с мужем в магазин, в цветочный. Он покупает мне розы. И зашел еще молодой человек. Продавец спрашивает: ну что тебе нужно, что ты хочешь? Он смеется, говорит: что, дай мне немного салата. Сегодня 13 февраля. И все мужчины покупают своим красавицам букеты. Ребятки, девчатки, у нас уже вечер. Время, знаете, сколько? Сейчас посмотрю. Почти 10 часов, без 10 10. Мы уже давно поужинали, я помыла посуду. Пока мыла посуду, Розалия тут опять устроила тарарам. Так что у меня еще работы на полчаса вместе с ней на полу. Будем собирать шарики. Сегодня, пока Розалия спала, я делала прямой эфир. Лазила по своих подпискам и рассказывала вам, на кого я подписана из блогеров, которые живут в Италии. И меня вот терзало смутное сомнение, что я что-то забыла. Стала смотреть потом, и правда забыла кое-кого. Еще нашла двух блогеров из Италии. Вернее, Дарья Камалова, она снимала из Италии. Сейчас она, ну, вроде бы уже в Италии больше не живет. Она сейчас уже в Москве и на Бали, и видео сейчас выходит реже. У Дарьи были влоги из поездок, немного про Италию. Конечно, у нее в основном канал был про моду, шопинг, про стиль, про покупочки разные. И еще один канал, который я забыла назвать, ну, потому что я говорила, что многие имя, фамилия указаны, и я когда смотрю имя, фамилия, ну, как бы в лицо, когда я смотрю видео, да, в лицо человека я запоминаю, имя запоминаю. Но когда начинаю так листать, много имен, и я просто не сообразила, что это тоже из Италии. А потом, когда я закрыла уже трансляцию, мне буквально сразу же попадается на глаза ее видео, и я понимаю, что это же блогер из Италии, которого я иногда смотрю. Инна Дударга. Она рассказывает про жизнь в Италии, тоже снимает влоги, говорит на житейские темы. В общем, периодически попадаются тоже мне видео на главной, да, и я их всегда смотрю, потому что говорит адекватные вещи. Вроде бы теперь уже никого не забыла. Всем привет, доброе утро, девчонки и мальчишки. У нас суббота. Началась она с того, что мы поехали на велосипедах. Женька на танцах, а я с младшей дочерью, с мужем, мы проехали на велосипеде. Заодно купили рыбку. Пеще тут называется. Но у нас там не только рыба. Мы взяли красные рыбки, кусочек. Пришла. И взяли мы нарезанную тальятелла, да, это называется, там маленькие осьминожки и сепия. Сейчас я пойду готовить. Prendiamo già. Кстати, обратите внимание, как действует станция
Таких станций очень много. В Италии в небольших городках, в небольших райончиках. Видите, она вся закрыта. Нет зала ожидания, нет билетной кассы. На этом на всем экономят. Теперь билеты можно приобрести в барах, можно их приобрести онлайн, в табакериях. Здесь есть, наверное, какой-то начальник, какой-то сотрудник, потому что есть второй этаж, и там, ну, кто-то, видно, цветочки поливает и проветривает, что-то делает. Наверное, кто-то здесь, вон, кондиционер работает, то есть кто-то тут есть. Но как он заходит и где он находится, я не знаю. Видите, все закрыто. Внутрь здания никто не проходит, только проходит какой-то 1-2 сотрудника. А это, наверное, прибыли запчасти и подъемный механизм для лифта, который должны установить на станции. Ну, ремонт здесь ведется уже 2 года. Как бы вот этот подъемный механизм, ну, кабинка, где будет подъемный механизм, установлена, но лифт еще не запущен. Не запущена электрика, или вот не хватает частей, наверное, что-то не хватает, видите? Или это просто подъемный механизм для того, чтобы, ну, не на лифте, а на ступеньках подниматься, я не знаю. Вот, какие-то, короче, запчасти стоят неохраняемые. Я вижу, их на замочек вот там зацепили. Наверное, считается, что этого достаточно. Никто не унесет, не уведет. Так, вот она моя тальятелла. Это нарезанные кусочки каких-то каракатиц, осьминожков. В общем, разные-разные живности морской. Я ее обваливаю хорошо в муке и обжариваю на подсолнечном масле. Солить не нужно, потому что оно уже все соленое из моречка, просоленное морской водой. Так, у меня еще кусочек красной рыбки, он пока в холодильнике лежит. И сегодня я буду делать спагетти с чимодирапы. У меня недавно был рецепт арикеты с чимодирапы. Он на моем кулинарном канале, оставлю ссылочку. А сегодня я сделаю спагетти примерно по такому же рецепту. Будет очень вкусно. Ну что, я начинаю готовить. Привет. Пещи. Пещи, да, Розалия очень любит. Очень-очень. Подожди, Аспетта. Я хочу. А, ты должна, да-да-да. Я их немножечко обсушу полотенцем, кухонным полотенцем, потому что они очень мокрые, все в воде. И потом насыплю сюда муку. Да, моя девочка, я тоже хочу мандяры. А где твоя Драся? Где Драся? Там. Там, а что, ты ее одну оставила? Кинула свою Драсю? Наши чимодирапы, они приехали с дачи, их нужно поэтому очень тщательно промывать, может попадаться земля, песочек, но даже если у вас из магазина, их тоже нужно тщательно мыть. Ну, из магазина хуже на самом деле, потому что там, может быть, они побрызганы чем-то, на даче-то наши родственники ничем не брызгают, то есть это у нас биотравка. Все, я ее хорошенько промыла, отправляю вариться в соленую воду, между тем, пока буду мариновать красную рыбку в лимончике и жарить тальятеллу. Thank you.
совсем скоро отправляемся спать. Поэтому спасибо всем огромное, что досмотрели это видео до конца. Спасибо, что были со мной сегодня. Всем хорошего дня, хорошего. Еще раз поздравляю вас всех с Днем Святого Валентина, с Днем Любви. Вы знаете, я уже говорила, что в Италии к нему такое спорное отношение. Этот праздник даже был исключен из перечня обязательных религиозных праздников. В связи с тем, что там есть неточности в описании жизни святого, и в этот день праздновали День Валентина, сразу, по-моему, трех Валентинов, трех святых. И есть там путаница, неточности в описании их жизни и их деяний. И в связи с этим католическая церковь уже его, ну, не причисляет к важным, обязательным религиозным праздникам. Вот такая вот ситуация. И тем не менее, коммерческая жилка у праздника осталась. Молодые парочки используют этот день для того, чтобы напомнить о своей привязанности, обменяться подарочками, подарить цветы. На сегодня это все. Я влог буду заканчивать. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока!